Доброе утро, Новосибирск! Сегодня Всемирный день голоса, а значит, будем сегодня в студии разговаривать о том, чем мы говорим и как мы это делаем. Доброе утро! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега Алена Чурилина. Евгений, выключи режим «Бот Максим». Боюсь, что этого сделать не получится. Почему, друзья? Потому что сегодня у нас в гостях Андрей Анучин. Доброе утро! Привет-привет! Доброе утро всем! Большой-большой здравствуйте! Вот так вот я здороваюсь. Андрей Анучин – профессиональный диктор, актер озвучания и дубляжа. Уже больше 9 лет в профессии. Свои первые работы озвучивал стоя под одеялом или в шкафу, пока не оборудовал студию звукозаписи дома. Также сам создает звуки для видеоигр, кино и мультфильмов. Сегодня в программе Андрей поделится советами по раскрытию голоса. Я поняла, это вы бот, Максим. Это не я, бот Максим. Федеральный диктор, актер озвучания – это профессия ваша такая? Или это призвание ваше такое? Изначально я думал, что это больше профессия, но потом как-то стал чувствовать, что, наверное, это еще и чуть-чуть призвание. Но я надеюсь на это, что это мое призвание. Вполне это, может я быть. Я такой достаточно самокритичный, очень сильно самокритичный. То есть, грубо говоря, из 100 моих проделанных работ мне нравится там 5 максимум, за которые я могу себя похвалить. Это очень большая выборка. Да, ну вот такое. Ну и как бы поэтому мне сложно оценить себя со стороны, что вот прям призвание мое. Но если кто-то так считает, ну, мне приятно. Я представляю, эфир посмотрит Андрей, такой самоед, в нем такой так. Так, здесь надо сказать по-другому, здесь можно было сделать. Все, да. Более бархатистый. Кат просто все. Да. Сколько лет вообще уже в профессии? 9 лет. 9 лет? Да. Как долго вообще обучаются этому мастерству? Может быть, есть какой-то специальный университет, который этому учит? Ну, к сожалению, у нас пока что, насколько мне известно, могу ошибаться, насколько я знаю, прям университета нету, который именно специализируется на том, чтобы выращивать таких профессионалов, актеров и так далее. Именно конкретно на этой профессии. Есть какие-то факультеты, которые в том числе задевают эту тему, но прям вот специализированно такого нету. Поэтому есть определенные курсы, есть определенные какие-то менторы, которые могут чему-то научить, то есть так же, как и в формате курсов. Но я самоучка. Вот, то есть я самоучка, я не заканчивал никаких курсов. У меня было, это не университет, не колледж, это студия театральная, где мне преподавали актерское мастерство и сценическую речь. 3 года я обучался. Но она как не прям образование, это скорее. Но как... это доп. Образование. Да, это доп. Образование. Вот, это было, то есть это дало такой определенный буст, 100%. Но прям так, чтобы меня научили там, как надо говорить, как диктор, и так, как актер озвучания, такого нет. Это дальше я уже сам пошел. А чем отличается актер обыкновенный от актера озвучания? Я как-то смотрел интервью одного очень именитого режиссера, дубляжа, и он сказал о том, что когда к нему приходили определенные топовейшие, невероятные актеры, русские актеры, именно киноактеры, на озвучку каких-то персонажей, несмотря на то, что они профессионалы невероятного уровня, они не справлялись. А что нужно делать? Это очень сложно. Это, ну, то есть, когда ты по ту сторону экрана, да, вот как мы сейчас с вами по ту сторону экрана, вот. Сами себя озвучиваем. Сами себя озвучиваем, да. Это, если что, озвучка. Вот, да, когда ты по ту сторону, тебе нужно, несмотря на то, что ты просто возле микрофона в какой-то будке стоишь, да, условно, дикторское озвучиваешь, тебе нужно проникнуться полностью характером персонажа, его поведением, физикой тела, движением. То есть, все это полностью, это совокупность факторов, которые просто очень сложно удерживать в голове. То есть, пока вы записываете тот или иной фрагмент мультфильма, там у вас вот в этой маленькой коробочке происходит такой кунг-фу. Ну, такое тоже, кстати, особенно в те моменты, когда надо отыграть именно какую-то такую активную сцену, где какая-то битва происходит, там какие-то эмоции невероятные, ты можешь двигаться, ты можешь как-то побежать чуть-чуть, ну, условно говоря, там, то есть телом подвигаться, чтобы было больше ощущения, что действительно ты там находишься, как будто. Вот. Ну, то есть, и ознакомиться изначально с прайсом на порчу имущества. Да. Микрофоны и так далее, все студийное. Я понимаю, что актер, он, ну, показывает себя, мы его видим, да, а вот актер озвучания, его не видно, но как бы... Очень хорошо. Мне кажется, что по большому счету это одно и то же, потому что вот если, например, да, передать своим голосом характер и так далее, это же надо прожить, и актер обыкновенный проживает свой персонаж, а потом его показывает. У меня отсюда вот, кстати, на самом деле несостыковка. Почему актер обыкновенный, которого видят, и он не может это прожить,
находясь в студии. Почему? Потому что по факту вот актер озвучания, он работает, он в принципе, вот, грубо говоря, свою роль, свой спектакль просто отыгрывает. Просто он стесняется. Поэтому делают это там, где его не видно. Но есть доля правды. А тут получается, ну, я не буду этого делать, меня же никто не видит. Ну, то есть так, что ли? Доля правды в этом есть, потому что есть действительно, как бы, факты о том, что актеры озвучания, которые прекрасные актеры озвучания, актеры дубляжа, за кадра, они пробовали себя на съемочных площадках непосредственно уже как актеры вот, в кино, и у них ничего не получалось. Я же говорю, вот, стесняются. Они стесняются, ну, и они на автомате начинают говорить вот как актеры именно за кадра, то есть там-то нужно быть вообще максимально настоящим, то есть вот как вот сейчас с вами мы общаемся, вот просто вот в жизни, да, то есть вот там нужно быть так в кино, ну, как правило, а они вот просто сыпятся. И также вот, как я и говорил в начале, бывает и обратная ситуация, то есть приходит топовый актер кино и сыпется просто в дубляже, вот. Смотрите, вы закончили театральный, а когда все завертелось? Что было первое, какой там проект, над которым работали? Что было первое? Ну, завертелось все, на самом деле, еще в школьные времена, то есть, когда уже заканчивал школу практически, я начал вот обучаться в этой студии. 3 года я обучался. И после этого я поступил в институт. Там мы, естественно, сразу же собрали команду КВН. Это логично. Я очень любил ходить на пары, поэтому я решил поиграть в КВН. Вот. Да, и мы начали играть в КВН активно. Ну, в принципе, более-менее успешно. Ну, и потом как-то так получилось, что я начал вести мероприятия по чуть-чуть. То есть меня начали приглашать в каких-то барах, ресторанах, я начал работать. И потом у меня получилось попасть на одну из радиостанций, немалоизвестных, и на прямые эфиры. И я подумал, что, а почему, если меня вот взяли на радио, наверное, у меня все-таки есть какие-то данные, просто так же меня не взяли бы на прямой эфир. Ну, конечно. Поэтому я решил попробовать себя в качестве диктора. Записал несколько пробных каких-то текстов, выдуманных текстов, а-ля рекламных. Сделал себе какое-то такое маломальское портфолио, демо, и начал в разные инстанции, вообще повсюду, в разные щели вот так протискиваться и говорить: «Эй, я тоже что-то хочу сделать». Кто был первый, кто сказал: «О, нам подходит»? Честно, вот не помню. Я пытался... Я помню, что мой первый заказ... На озвучку? Да, на озвучку был... Я заработал за него 180 рублей. Это была реклама, там, 30-секундная. Я не помню, какая, честно, не помню. Я могу сказать, в какой студии озвучания я сериал озвучил, то есть я могу назвать. Так, чтобы реклама первая, я вот не помню вообще. Да, ну, получается, это профессиональная уже сцена, да, профессиональное место. В какой студии сериал озвучил? Альтернатив продакшн. Это вот. Здесь у нас в Новосибирске? Нет, это как бы ее нету какой-то определенного. То есть мы все с разных городов, актеры озвучания, за кадры, которые там были, мы с разных городов, кто-то даже из других стран. И мы при этом мы могли работать над одним проектом, над одним сериалом, над одним фильмом. И это значит, что дома есть некая студия для записи. 100%. А вы работаете на удаленке. Конечно, да. 100%. Понятно. Есть такая студия. Вы человек, который так или иначе постоянно познает, наверное, свой голос, прокачивает его. Какие и как достать свой индивидуальный голос? Как вообще понять, что у тебя есть потенциал? Это мой голос! На самом деле, тут мнение расходится у профессионалов. Кто-то считает, что это все-таки скорее какой-то природный дар. Ну, вот, грубо говоря, как слух у человека, да? То есть, как бы там кто ни говорил, это мое личное мнение, субъективное, что слух у человека с рождения либо он есть, либо его нет. Если у человека слуха нет с рождения, но он не сможет петь. Он сможет как-то научиться как-то ритму и так далее, что-то так-то, но он петь не сможет. Нет, он интонировать сможет. Ну, он да, сможет да. петь. Я говорю как педагог по вокалу. Вот. Но у него будет определенный потолок, то есть, будем говорить честно, откровенным он, господи, гениальным он не станет. Ну да, вот я про это и говорю. То есть есть определенный базис, который позволит ему, ну, так вырасти высоко. Да. Да. И, соответственно, голосовые данные, если мы говорим не певческие, а речевые, то, в принципе, наверное, так же. А вот я к этому и клоню, что в какой-то степени да. Но тут также можно научиться, то есть поставить себе хорошую дикцию. Это может практически любой человек. Просто кому-то это даст чуть-чуть дольше, кому-то чуть-чуть проще. Тут опять же непонятно почему, просто вот так оно есть и все. А вот именно актер за кадром и дубляжа, вот тут уже совсем другая история. Я даже себя не могу назвать прям вот актер за кадром и дубляжа, потому что опять же вот вернемся к тому, что я самокритичен. Но, как правило, люди, которые смотрят, нравятся, заказывают, наверное, значит, это все не просто так происходит.
Вот. Но я к тому, что стать актером за кадры дубляжа может попробовать каждый. Но станет ли каждый, я сомневаюсь. Хорошо, а как развивать дикцию? Давай, парочку упражнений для того, чтобы вот тебя люди понимали. Ну, с утра, да, вот ты просыпаешься, тебе, ты понимаешь прекрасно, нужно идти на работу, да, общаться с людьми. И чтобы они тебя прекрасно понимали, тебе нужно размять, условно говоря, свою артикуляцию. И вообще, а нужно ли? Что с этим сделать? А нужно ли? Вот это же, по сути, аппарат, которым вы работаете. У вас, вот, не знаю, там спортсмены зарядку делают, а вы делаете зарядку? Конечно, артикуляционная разминка. Как она выглядит, несколько упражнений? Без проблем могу показать. Крупный план на меня. Это может выглядеть странно. Вы подумайте, что, возможно, мне нужно вызывать скорую, но все в порядке, со мной все хорошо. Я уже там был, да? Я как раз оттуда, меня выписали полчаса назад. Все хорошо. Вот такое упражнение. То есть мы берем кончиком языка, плотно его, делаем его плотным и проводим под губами, закрытым ртом. То есть круговые движения по часовой стрелке и против часовой стрелки 15-20 раз делаем в разные стороны. Это сделали, потом мы вытягиваем, делаем такую уточку, ранее очень популярные, популярный внешний вид. Да, то есть мы делаем вот такую, потом вот так улыбка, как будто нам плохо, опять же, либо мы очень рады, как будто бы за кого-то. Да, то есть мы вот эту уточку делаем, вот, и третье упражнение, опять же, губы уточкой, да, и мы губами делаем круговые движения тоже по часовой, против часовой стрелки, то есть... Ну, это как бы три основных упражнения, которые, как правило, делают многие радиоведущие, телеведущие чаще всего. Ну, то есть мы тоже дикторы, актеры озвучания. Но я честно скажу, я ленивый. Я правда скажу, что я ленивый, честное слово. Потому что я не так часто это делаю. Это надо делать. В идеале это надо делать любому человеку, который хочет, чтобы его речевой аппарат в течение дня был такой достаточно бодрый, в тонусе, да. Но лень, правда. Ну, не всегда. Но когда я понимаю, что это прям супер точно нужно, и мне предстоит в течение дня там озвучить много серий, то да. Ну, в общем, надо подкачаться. Да, это же мышцы. Это мышцы, да, которые также можно запросто развивать. Дорогие друзья, сейчас будет небольшая пауза. Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нам. Это «Оранжевое утро», и у нас сегодня в гостях Андрей Анучин. Разговариваем сегодня о голосе. Абсолютно так. Вот, кстати, мы совсем не поздравили человека. Давай срочно исправляться. С праздником, да. Всемирный день голоса. Так, подарки где? Ладно, я шучу. Давайте продолжим нашу беседу. Мы остановились на том, что действительно и с утра нужно разминаться, артикуляция, да, для того, чтобы была четкая дикция. Ну, во всяком случае, тем, кто работает... Ну, в первую очередь, 100%, да. Ну, просто я не думаю, что там тетенька-бухгалтер, которая сидит в своих цифрах, сильно важно... Она в первую очередь будет это делать, поверь мне. Андрей, расскажи, а может быть, есть какие-то еще интересные лайфхаки, да, ну, как понять, насколько твой голос, скажем так, глубокий... Раскрылся. Да, раскрылся. Может быть, наоборот, вот я говорю сейчас, условно говоря, да, там, своим вот привычным, а может быть, мне нужно говорить более веселым каким-то вот на повышенных тонах. Как это все определяется? Да, я считаю, что все это определяется на практике. Я вообще сам себе человек по жизни практик. То есть у меня не так много теорий в голове, как таковой. Я этого не скрываю, говорю прямо. Я вот всегда объясняю все своими словами, все говорю, показываю, как есть, да, то есть. Поэтому я просто практик. Бывает такое часто, что мне пишут разные молодые ребята, которые, ну, хотят вообще попасть в эту профессию и говорят: здравствуйте, Андрей, вот могли бы вы подсказать, есть ли у меня... Мне многие говорят, вот сейчас самое частое говорят, мне многие говорят, что у меня красивый голос, тебе надо идти в озвучку. Вот. И присылают примеры своих работ, и, ну, не всегда вот как-то такое ощущение, что человеку надо идти в озвучку. Ну, я, конечно, стараюсь человека не обижать в любом случае, да, то есть тактичность как бы должна присутствовать, но бывают действительно какие-то индивидуумы, которым я часто откровенно говорю, что, блин, круто. Вот я это все к тому, что это все сложно вот так взять и самому себе определить, какой у меня голос, потому что когда ты впервые, особенно вот, кстати говоря, впервые в наушниках слышишь свой голос, 99% людей говорят: да кто же? Кто этот гоблин? Господи, у меня глаз сейчас вот все уже дергается. Что происходит? Это и у меня такое было. И долгое время ты привыкаешь к своему голосу. И когда ты вот начинаешь уже потихонечку к нему привыкать, у тебя начинает сформироваться самоанализ того, что ты делаешь. То есть, грубо говоря, саморедактура, саморежиссура. Это супер важный скилл, который потихонечку прокачивается, и тебе потом становится намного проще какие-то свои косяки убирать, что-то перезаписывать, что-то оставлять, чтобы заказчику потом там не слушать кучу разных дублей и не сидеть самому там голову не греть. Поэтому тут самоанализ, практика, и, ну,
слушать менторов, которые... Ну и опять же, почему происходит этот момент шока эстетического и культурного, когда мы слышим свой голос в записи? Потому что, ну, внутренний слух от внешнего слуха, он отличается. Поэтому да. Вот ты слышишь, а я слышу по-другому. Вот так. 100%. И почему-то, как правило, когда ты слышишь свой голос вот так вот, кажется, что он лучше звучит. Ну, в принципе, вроде да и нормальный голос, а потом начинаешь слушать его в записи, и, ну, как будто... Думаешь, а нет, не да. Совсем. Даже нормально. Когда вот я уже будучи человеком, который 9 лет в озвучании, у меня бывают такие моменты, когда я, без наушников, например, записываю, mm-hmm. бывает такое. Сказал, и вроде все хорошо, потом прослушаю, думаю, это кто вообще? Что? Елена? Это вы? Ну, то есть вот так, странно абсолютно бывает подобный момент. Инструментом для вас является ваш голос, это понятно. Но, допустим, как вот повару нужно ножи свои точить, пианисту нужно инструмент свой настраивать, вы как свой голос приводите форму, заботитесь о нем, не знаю, там что-то есть, что-то не есть, какие-нибудь диеты. Дайте пить, да? На самом деле, каких-то определенных диет у меня нету, я сейчас просто сам по себе выбрал такой путь, что я придерживаюсь правильного питания. Это просто потому, что я так захотел, потому что захотел, чтобы я больше не весил там много килограмм, как это было буквально, кстати говоря, год назад. Правильно питаюсь, но это непосредственно тоже влияет на голос, конечно, 100%. Правильное питание положительно влияет на связки, на голос в целом, на тонус тела и мышц лица и так далее. Я бы посоветовал, как минимум, перед тем, как ты хочешь что-то сказать в микрофон, либо там тебе предстоит долгое время что-то вести, например, да, или там в эфир. Да или просто свадьба. Просто свадьба, да все что угодно, да, да. Связанное вот с работой с голосом, не есть сладкое, ну, в идеале. Не есть сладкое, не пить кофе, ни в коем случае не употреблять что-то, что вяжет. То есть хурма, вот это все история, потому что начинается выделение, активное слюновыделение, вот этот звук не совсем приятный, почти в конце каждой фразы потом будет. Ну, как бы, не всем приятно такое слушать в любом случае. Согласен. Только любителям АСМР, может быть, я не знаю. Скажут лайк и все. Вот, поэтому сладкое нужно исключить, вяжущее, и вот кофе тоже желательно лучше не пить. Теплая вода – это вот наше спасение всегда, постоянно. То есть нельзя пить холодную воду? Ну, лучше нет, потому что это негативно влияет на связки, вот. Дополнительный такой как бы стресс для связок, помимо того, что ты еще что-то говоришь в микрофон. Какие больше, скажем так, востребованные, тембры голоса? Все-таки более низкие или более высокие? Более низкие. Более низкие. Более низкие, но меня радует, что сейчас тенденция у нас, по крайней мере, в России развивается, и высокие голоса тоже. Не то, что я не говорю, что у меня есть проблемы в этом, то, что у меня он скорее такой более средний, то есть он между низким и высоким, но при этом я могу, стараюсь, по крайней мере, если есть необходимость, брать и высокий там, да, то есть уровень, и низкий уровень тембра голоса. Но сейчас, да, то есть я чаще слышу в рекламах, чаще вижу, что высокие голоса тоже становятся востребованными, поэтому это хорошо, это здорово. Вопрос, какую самую интересную роль приходилось озвучивать? Ну, какую-нибудь, мы не знаем, может быть, не совсем стандартную, там, мультяшную, не мультяшную, не принципиально. Я понимаю, это сложный вопрос, потому что ролей было много, я сейчас секунду я подумаю. Я озвучивал некроманта, такого маньяка, некроманта, но он не совсем, скажем так, живой был, но оживший. Но он такой немножко сумасшедший. Мне вообще, в принципе, нравится озвучивать таких не совсем уравновешенных. А можно услышать кусочек какой-нибудь фразы? Можно услышать сумасшедшего Андрея? Именно того самого персонажа, да. Ну, не фразу, но свою там. Ну, импровиз, пожалуйста, да. Какой-нибудь вот просто интересный фрагмент, как то есть здесь и сейчас увидеть, насколько можно. Да, я попробую. Я просто скажу любую фразу, но постараюсь в его амплуа как-то проникнуться. Сегодня утром я съел палку колбасы, и мне совсем не стыдно, но я попил чуть-чуть кофе, и сейчас чувствую себя намного лучше. Ну, как-то так. Хорошо, вопрос тогда такой, исходя из отыгровки, да, то, что я слышу и так далее. Скажи, пожалуйста, часто ли приходится издеваться над людьми, которые по спам-звонку начинают тебе набирать? Откуда вы узнали? Все-таки они добрались. Нет, бывает такое, да, действительно, было такое, что мне звонили с одного и того же номера определенного банка, причем это живой человек был, я очень сильно просил, говорю, ребят, пожалуйста, уберите меня из базы, мне, ну, неинтересно ваше предложение, спасибо, но нет. Но они обещали убрать, но так этого не происходило, звонили, и в очередной раз я просто поднял трубку и сказал, что, как же я сказал,
Ну да, стандартная фраза была, что абонент временно недоступен. Сейчас что-то там, я что-то пошутил такое, я не помню что, но вот, и там такая тишина, непонятный такой звук. Девушка очень растерялась и положила трубку, да. Прикольно. А я вам расскажу лайфхак. Это, кстати, да, можно вот таким вот надоедливым звонящим говорить: «Алло, здрасте, а мама нету дома?» И потом... Сыграть голос, отыграть голос от маленького ребенка, и потом никто реально не звонит. Ну, надо попробовать. Кстати, надо попробовать. Не, ну, опять же, откуда я это беру, очень много всяких вот этих розыгрышей, приколов в социальных сетях есть, где там на громкую связь переставляют, меняют голос, да, и потом... Да-да-да. Ну, то есть диалог на что-то закручивают, чтобы это было смешно и интересно. Ну, вот, да. Но, то есть, я как понимаю, Андрей, тоже, да, подобными вещами... Занимаешься иногда? Ну, не то, что занимаюсь. Бывает просто так, хулиганю. Чисто. Я балагур. Понятно. А бывает ли так, что, допустим, не знаю, там, покупаете что-то, приобретаете, где-то я тебя слышал, ну, то есть узнаешь голос, нет? Редко, честно, но бывает такое, да. У меня была ситуация забавная. Я как-то очень давненько ехал в автобусе, и мне позвонил друг. И я вообще без задней мысли поднял трубку, а рядом стояли две молодые девушки. Прям рядышком. И я поднимаю трубку и говорю: «Алло, да, все хорошо». И я почему-то говорю вот таким голосом. Я говорю: «Да, все хорошо. Я еду домой». И они такие на меня стоят, смотрят. А я потом такой обратно вернулся, хоп, возвращаемся. Почему я так сказал, я не понимаю вообще. Но такое иногда бывает, что ты как-то профдеформация какая-то, не знаю, что какая-то. Проваливаешься в какую-то, не знаю, прошлую роль, думаешь, почему я так говорю? Ну это так. Все равно нотка некой импровизации, да, и потому что, опять же, находится голос всегда в определенном тонусе, ну почему нет, бы это не поэкспериментировать? Нет, это просто потому, что ты живешь, по-моему, бесконечными переключениями. В том числе, да. Но я хочу заметить, быстренько скажу, что я не совсем люблю, когда вот есть дикторы, которые слишком сильно щеголяют своим голосом. Ну, я не люблю этого. Ну, то есть я к тому, что даже не то, что какие-то именитые дикторы, а вот наоборот, как раз-таки новички почему-то. И вот в том числе, когда я вначале, вам помните, говорю, что у меня спрашивают: «Андрей, а вот как вот, может, послушайте, пожалуйста, мой голос там?» И записывают мне голосовой, говорят: «Здравствуйте, Андрей, а как вам мой голос?» Я говорю: «Привет, Артур Пирожков, я тебя узнал», говорю. Ну, то есть они слишком сильно заигрываются, и это вот не натуральность, она ни к чему. Ну, красивый голос, окей, но ты говори своим голосом, просто красивым, и все. Ну, тоже вот. Верно, тоже верно. А голос Алисы? Что? Ни разу не экспериментировал, не пытался. Там тогда уж не голос Алисы, а голос шляпника Максима. Тоже встречал, да, голосом Алисы, когда народ едет в такси, и кто-то там с какого-то сиденья начинает разговаривать. А, я понял, да. Налево-налево, направо-направо, куда ты едешь, стой, ты что? Да-да-да, такое было. Не, я такого не делал, такого розыгрыша я не делал. Ну, как, по крайней мере, у меня не было, опыта такого не было. Ну, а женские голоса приходилось пародировать, озвучивать? Да, это было нечасто. Ну, приходилось, во-первых, там, говорить вот так вот, вот это вот. И плюс ко всему, зачастую после этого приходилось еще программно как-то повышать тональность голоса, понятно, чтобы это было более реалистично. Да. Потому что все-таки мужские связки есть, мужские связки. Но ничего не поделаешь. Не часто, потому что я против, как бы. Я считаю, что девушка должна озвучивать девушка, парень, как бы. А секрет голоса – это дыхание? В том числе, да. То есть правильное дыхание. То есть, как правило, когда мы записываем, мы... То есть осанка прямая в идеале. Потом, конечно, ты устаешь, все равно как-то можешь вот так вот как-то присесть. Но осанка прямая, ты дышишь животом, то есть диафрагма. То есть дышишь животом через нос, и потом, когда ты говоришь, ты выдыхаешь, и потом опять вот так по новой. То есть это очень важно. Это одно из самых важных, наверное. Потому что за счет этого ты как минимум меньше устаешь, намного меньше устаешь. Понятно, что профессия интересная, отчасти веселая, есть какие-то моменты, да, там переключения, она очень творческая. Mm-hmm. А есть ли вот какие-то моменты, которые в профессии раздражают? Да. Типа, Андрей, слушай, у меня тут у супруги день рождения будет, запиши, пожалуйста, голосовуху, я тебе текст скину. Это не в работе раздражает, это в друзьях раздражает. Это в людях. Это в людях. Ну вот, минус один друг, отлично. На свадьбу гостей меньше уже, хорошо. Черный список. Да, бывают моменты, вдаваться в подробности не буду, но я могу сказать, что бывает такое, что... Опять же, люди, вернемся к людям, да, люди бывают странные, которые думают, что если они заплатили тебе деньги... Все, ты им должен миллиард раз перечитывать почему-то, все это делать и не доплачивать. То есть, к сожалению, зачастую многие дикторы не могут себя правильно поставить,
перед заказчиком, потом страдают из-за этого. Я, к счастью, уже это перешел грань эту и могу себе позволить сразу же сказать, какие у меня условия, и потом заказчик либо устраивает, либо нет, проблем никаких. То есть все как бы в плюсе, никто никого времени не тратит, и все. Но если ты не сказал, то все, потом начинается, а можешь еще перечитать. Вот это раздражает, конечно. То есть обесценивание профессии. Вот. В общем, резюмируем. Работать с голосом – это профессия непростая. С голосом нужно работать физически, интеллектуально, прокачивать его. Поэтому цените людей, у которых голос вот такой. Спасибо большое, Андрей, что пришли. Спасибо, что пригласили.